попал. Просто сладенько сфотографировал. Найс! И в плюху, смотри. О, реально. Вон, я прямо голову вижу. Я на нем. Я видел. Я ему молик дал на шар, чтобы он побегал немного. Друзья, всем огромный привет, с вами как всегда Олег Кофе и добро пожаловать на новое видео. Как вы уже поняли, мы продолжаем угорать по полной программе над серверами в CS 2. Серия получилась угарной, именно поэтому досматривайте до конца. А вам, ребята, желаю приятного просмотра, приятного аппетита, не забудьте заранее прожимать кнопку лайка и подписываться на канал. Ну а мы начинаем, погнали! Ну вот они, ребята, старые добрые сильверы прямо сейчас на ваших глазах. Ну что, Андрюша, готов таскать патроли с наших уважаемых людей? Друзья. Короче, смотри, план действий на самом деле простой. Покупаем дым, покупаем... А, ну ты это сам сейчас делаешь, да? Подожди, он сейчас запушит 100%, да? Молодец! А где? Это Шиллер как-то с первой тысячи. Ну, вон стоит. Страшно как, страшно как. Ну, ты, Олег, не тоже недооценивай его. Вот, по голове пропустил разочек. Смотри, мы обходим с этой стороны. Он за голову взялся, такой, ай. И где он? Палец-то жестко, курица, зачем убил? Ну, давай. Вот это у тебя им, конечно. Добайтился, блядь, добайтился. Справа есть один, слышишь? Да, я. Блять, походу я Сильвер, а у одного лоу хп. Нормально. Два раза ему дал тычку. Нормально. А я, Олег, так давно не играл, что я даже хае не смог кинуть. Беги! Думаешь, зайдешь? Он вниз побежал! Побежал вниз, Олег, они не глупые. Видишь, Олег, как все. Я ударился об стеночку ударился! Почему, Олег, ты такой глупый? Спасибо. Они там вдвоем, Олег, готовься! Флешка. Вот они там вдвоем, да. Отличная реакция, Олег. Да уже можно выходить, они как будто не пришли. Они, понимаешь, все твои ходы наперед прочитаны. О, попал! Да ладно. А, звук прямо это? Да. Отлично. Да как? Ну как? Я не понимаю, что не так-то? Я нанес ему 2 урона чисто со смока, понял. Ну, конечно, тут никого нет. Они слева и все снова. Блять, спасибо, охуев. Помог. Олег, он в углу вот там. Вот, помог, Олег, я знаю. Максимально. Блять, я не успел сесть, я был лоу хп. Олег. Нормально. Олег, ты его сделаешь, я знаю. Ты его разведешь. Может, не дефузит? Не дефузит. Да, вот сейчас нет. Дефузит. Опа! Просто сладенько сфотографировал. Ну есть такое. Нормально. Бред. Псевску, Псевск, Псевск. Ты сказал нет. Нет. В следующем раунде нет, все. Ты сказал, дал бы дашь проявить себя. Я пошел. Показывай себя один раз, Олег. Один есть. Ну что ты, ну... Прыгай, как ниндзя. Ну как он увидел? Он не должен был видеть меня, он не я хотел на нож его зарезать. Олеж, сделаешь, вот. Хорош. Смотри. Провалился, да, твой план дебильный с зевсами? И где он? Да! Подожди. Да. Есть один справа, погоди. Что забрали? Еще! Я убью его, Олег, я за тебя отомщу. Подлюка такая. Молодец, что я могу сказать, красавчик. Зачем? Короче, я покупаю авик, стреляю теперь только на узум. Реально, все. Теперь надо. Хорошо, я беру негив тогда. Давай. Ну иди, раз ты с негивом, иди первый, давай. Покажи. Смотри, лево прикрывай, я делаю колокольчик, смотри. Оп, сажусь. Один есть. Молодец. А второй где? Стой, я его убью. Он меня убьет, сейчас гранат. У меня гранаты наебашу. Олег, дура! Дура! Ну все, на самом деле все отлично для нас, потому что мы сейчас за КТ переходим. Вот на эту сторону можно нормально уже с ними поиграться. Уже все будет хорошо. Смотри, сейчас просто действую, как... Просто повторяю все за мной. Смотри, мы сейчас с тобой делаем тактично все, Максим.
Наверняка вы слышали про MyCS GO. Здесь вы сможете открыть абсолютно любой кейс на свой вкус и цвет. Помимо огромного ассортимента кейсов, здесь вы сможете найти все наши самые любимые режимы, такие как апгрейд, контракт, сражение и не только. Каждые 24 часа можно крутить колесо бонусов совершенно бесплатно. Халява на этом не заканчивается, ведь по моему промокоду CS GO Легенда вы можете получить плюс 30% к пополнению баланса. Постоянное обновление, надежность и прозрачность. Именно это объединяет в себе MyCS GO. Вся полезная информация находится в описании. А мы возвращаемся к видосу. Олег, ты бомба. Нормально, сейчас мог разбить. Нормально, все тебе говорю. Бомба тикает уже. Ой. Тихо, там чел. Там чел. А он куда смотрит вообще? Тихо. Ой, тихо, там и... Вижу второго. Надо на Зевс запатить. Хорош. Да. Бабу, где бомба, где? Дефузь! А у меня кипа мне! Ну ладно, это было все хорошо. Это было неплохо, Александр. Это было отлично, я не спорю. Зато мы разъебашили дальше. Чел просто подходит к нам вплотную, до этого он просто стоял на месте, я вообще не понял прикол, что сейчас было. Вот ты встань вот там вот. А не успеем уже, мне кажется. Просто встань. Да, они... Идут, все. Олег, они идут. Тихо, я закидываю, все смахаю. Нет! Ёбаный ящик! Ящик повешал! Ну это максимальный уровень унижения, понимаешь? Просто максимум! Тихо! Смотри! Нет! Сиди, просто сиди! Да не, меня отпалили! Ладно, давай пару раундов возьмем, а то что-то да, как-то это... Как-то это... рука дергается. Как-то слабенько. Ну есть такое. Давай, смотри, сейчас просто, ну, план капкан, да? Просто под битбокс жесткий, готов? Просто на счет 3, просто вылетаем с двух сторон, просто с жестким битбоксом, давай, просто его ночью. Ладно, хорошо. Давай, готов это точно, да? Направо, я налево, давай. Давай, битбокс врубается. Они все скупили. Вот, все. Давай, можно еще раз так же на самом деле сделать. Готов, нет? Или не да, готов? Да, конечно, готов. Человек, всегда готов. Ну, под жесткий битбокс только надо. Это только работа, когда мы жесткий битбоксом начинаем. Давай, на счет 3, раз, 2, 3. А что там у нас? Ребятки выходить будут, нет? Их нету. Ну как это же так-то? Тихо, стой, ладно, жди. Вообще есть они там. Они есть там, да, но они пока... Один понял? Есть? Смотри, фэшечку, и давай, под битбокс! Олег, давай, ебашь! Я в моменте отпустил, я перестал стрелять просто и подумал, то, что он меня убьет, но нет. Смышка. Хорош! Олег, жесткий. Сейчас смотри, жесткий, ты вот так вот просто делаем. Ай, дурачок, блядь. Ну да, ну и такое тоже случается, такое зачем тоже бывает. В поисках кофе. Ну вообще он должен был слушать меня, я не знаю, зачем он туда побежал, я вообще не понимаю. Я телефон убрал, он не будет моей мышке мешать больше. Ну вообще нам как будто надо отдавать ему уже эту победу, да? Ну или мы можем один раунд взять. Давай, смотри, ты можешь играть как хочешь, а я пойду просто в яму прыгну и вырасту в яме, да, буду просто сидеть и все. Я сейчас всех убью. Давай, я сейчас уже все, они мне уже надоели. Один есть, второй у тебя, Олег, там. Он тебя должен это сейчас заебашить там. А как, в смысле? Что не получилось? Ты что, дурак? Убей его. Спа в голову дам, ничего не сделает. Ого. Ну давай, я посмотрю. Смотри, сейчас я тебе в голову прилетит, смотри, с калаша. Профессионально смотри, я делаю, да? Смотри, отвечай, смотри, тебе просто сейчас, ну вот, ты на мужика играешь, смотри, на яйцах чисто, смотри. Ну. Я все скажу. Ну давай, ну. Но на мужика, стой, чё ты тут, стой просто на месте стреляй. А, нет, так он меня, конечно, да убьёт. Давай, ну еще раунд у них могут взять нормально. Ну на мужика просто стой вот так. Я вот стою. И давай, ну. Я стою. Боится, смотри. У него 30 секунд осталось. 3, 2, 1. Просто пулечка пук. Все, вот сейчас мы еще проигрываем раунд просто, чтобы подать им победу. Вот я так говорю просто. Я беру просто авик, как будто ноускопом стрелять, специально промахиваюсь и все. Главное, нельзя. А нельзя, я нельзя. Просто одну точку нажму, если они попадут, они сами виноваты.
Олег, беги. Гандон, нахуй ты меня кидаешь? Мне не заметить, подожди, а мне интересно, как долго я тут просижу. И ты, тварь. Почему ты не стрелял, Олег? Ну не надо. Ну ты же мог хотя бы одного забрать ноускопом красиво. Ну не хочу. Просто не хочу. И ты, тварь, ничего не сделаешь. Ну? Чего они так боятся? Бля, это же страшно, понятное дело. Инстинкт самосохранения. Так и будешь дрочиться здесь стоять? Дура косая. Обе, блядь, дуры косые. Ой, не успел стрельнуть. Но не, мы кодекс не нарушили. Победу им отдали, это самое главное. Ну вот, ребята, мы плавненько перемещаемся ко второй кадочке. Ну чего, Андрюша, любимый оверпас готов тут немножечко потроллить наших любимых друзей. Итак, смотри, план на первый раунд вообще очень максимально простой. Дымовая граната, светошумовая граната. Две штуки сразу покупаем, да. Идем через шорт по нашей любимой старой классике. Просто даем смок на плент, и просто ты бежишь, ставишь бомбу в смок, и все. Тупая так. А я уже забыл, кстати, я раскидки забыл. Нормально, реально. Ничего не надо вспоминать. Флешечка. Ну, вот так вот что-то. Флешечка первая полетела. Смотри, вот. Ой, такой. Ну, ты я хороший дым дал? Ну беги, беги, я флешку дал. Ладно, похуй. Они вообще... В наглую зашел, блядь, поставил. Они вообще где? Они вообще играют, нет? Подожди. Они, прикинь, стоят АФК. Подожди, а они где вообще, ребята? Прикинь, реально. Не знаю, Олег. И ты, тварь. Не-не, во-во-во, убегает, убегает один, убегает один. Подожди, Олег. Подожди, может быть, я с длины посмотрю? Можешь посмотреть с длины. Так. Ну пока они вроде это. Они начинают пока только Извините. Они, Олег, пока только отдупляются. Убери это! Он здесь у меня, я не убивай, не убивай, не убивай! Я не стрелял. Сейчас он будет диффузить, смотри. Он бежит за тобой. Беги! Беги! И в плюху, смотри. О, реально, просто ты вот ты что, не пророк? Ну не, я ну. Ой. Не успел убежать. Давай дальше, так же, так же. Просто каждый раз будем так же делать. Ты пророчил? Ну я просто понимал, что произойдет дальше. Да, 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 да. Пошли. Да блять! Иди, ставь! Ты меня Олег спасом, прям в меня стрелял. Спасибо! Пожалуйста! Иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне. Ты меня два раза спас, нахуй! Давай смог второй. Блять, да заебал! Я к такому Олегу был не готов. Я тоже. Все, заходим. И ты кидай бомб, кидай. Нормально. Кидай на плен, кидай. Право там где-то смогу. Все, да, вот и все, поиграли. Вот и все, Батика. Вот сюда, вот. Это вещь такая. Смотрим, просто монстр. Сейчас типочек выйдет, смотри, на счет три. Раз, два, три. Ладно, еще раз. Раз, два, три. Я немножко подкрутил, чтобы поставить прицел. Вот, и просто стреляем. Оп! Хорошо. Да, мы два урона сделали, прикинь. И теперь смотрим шорт, смотри. Следующий через шорт пойдет, смотри. Раз, два, три. И я по тебе попал один раз. Ой! Блядь, не туда. Да ну он меня убил. Да ну. Лёшик, куда там над его башку? Олег, сделаешь его. Давай, мы с тобой одного вдвоем убили, а этого убьешь сам. Дура! Олег! Дурак? Что, куда он вообще, я не понимаю, что это сейчас было? Он даже не обернулся, типа, на что тебя. Что это сейчас было вообще, я не понимаю, что? Ну, ставим бомбу так же, сценарий все тоже, я пошел, Олег. Давай, ставь. Тара-тара. Блядь, я тут открыт. Да ну, он знал, что я в дыму, блядь, он знал. Олег, у тебя нет права на ошибку. Сильвером. Просто прошел тихонечко. Олег, он даже не догадывается, что сюда мог зайти. Я понимаю, я понимаю, я понимаю. Ты сейчас сделаешь такую четкую фотографию, если прицелишься разочек. Он тебя сейчас смотрит до сих пор либо в шорт, либо в лонг. О, видишь, смотри. Только не говори, что он заметил этот пиксель. Нет. Ты такой бред, нахуй. Он даже не посмотрится никогда. Дурак. Ну дурак, Олег, блядь. Ну ладно, молодец. Что ты понял? Я сначала первый раз стрелял, подумал, я шарнат куда-то стреляю. Ну, ребят, извините, извините. Смотри, сейчас негив покупаем. Покупаем флешку. И смотри, сейчас просто... Блин, надо вспомнить точку, в которую надо стрелять. Я не помню, какое имя. Короче, надо сейчас просто шорт прострелить, смотри. Сейчас просто с тобой на счет 3 стреляем в шорт, и все. Давай, давай, согласен. Вот здесь давай, встаем. Блядь. И вот где-то вот здесь надо стрелять. Блин, опасно, Олег, так. Уверен, что это так... Блядь, внизу уже.
же. Ну, Олег, ну ты, я же говорю, открытая позиция. Нормально, нормально. Ты же король Негева. Ну почему-то, Олег, ну ты же мог его убить. Ну не хотел, эти глазки, огромные глазки эти посмотрели на меня, я. Так, ну смотри, мы сейчас переходим за КТ, план на самом деле там весьма интересный, мы просто смоки даем на пленты, просто им, ну, в пунту все это время в смоках и все. И ждем, пока они выйдут на нас еще. Так что сейчас просто смоки покупаем, флешечки, ну, стандартный комплект такой чисто. Добро, добро. А, блядь, я не в той стороне. Ладно, сейчас погоди, я помогу тебе. Блядь! Они тоже билетами. Одного убрал. Все, Олег, сейчас. Второго не убивай. Он ставит? Стреляю, блядь. Ну почти, почти, почти получилось. У них почти это вышло. Почти, почти. Они почти смогли это сделать. Кидаем смок на монстр. И просто нашиваем с помощью Негива в смок и все. Это самая простая тактика. Казал бы Негив купить сразу, дурак, я с беретами. Ладно, ты будешь не идем. Смотри. Так. Просто даем вот такой вот легенький смочок. А теперь вот так вот просто нашиваем. Чего? Вот, тебя унизили с Негива. Придется, Олег, исправлять твои ошибки. Давай. Можешь дать, смотри, дай смог вот эту гранату, он развеется, и ты увидишь там челика. Шорт. Один. Еще шорт. Второй там же. Олег, я взялся за тебя, не переживай. Да если бы я тебе не сказал, где они идут, ты бы даже не услышал. Не-не, я слышал, когда он развелся, я услышал. Ладно, хорошо, тактика не сработала, но зато сработает сейчас, 100%. Смотри, я гарантирую 100% успех этой тактики. Смотри, отвечаю просто, она реально сработает, идеально просто сработает. Ты приготовься, Олег, сначала. А нет, стой, подсадку вот здесь, подсади вот здесь. Быстрее. Давай, все. И смотри монстр вон там вот. Один сейчас шорт будет выбегать. А чё? What? Ну, Олег, ну не тупи. Подожди. Олег, где? Он нас запаковал, нихуя не вижу. Нормально. Давай так посидим. Ладно, пока перезаряжусь. Давай просто так посидим все равно. Он если одного сбреет, то второго не сбреет. Гранат, что ли? О, подожди, сейчас на план будет заходить. Просто гранату покидаю. Ставит. Вон, я прямо голову вижу. Я на нем! Я вижу, стой! Нубик! Это Олег Нубик! Нубик экстра-класса! Такого не может быть! Это я не верю, это боты. Я на нем сидел! Не, ладно, пусть им раунд достанется. Нам надо побольше, Я просто видел это, я не стрелял, он по мне стрелял. Даже не понимал, почему он не может стать. Не, я не верю, не может быть такого. Мне кажется, просто типа онлайн у КСК упал. Ну, конечно, да, ага, конечно. Ну, нет, Олег, это самое настоящее разоблачение. Такого не может быть, типа. Не может быть такими тупыми людьми. Ну, давай. Залезь. Подожди, я вот так убью его, интересно? Олег, сзади. Убили? О, подожди. Смог даю. Все. Там снова тот же челик остался, все, просто так сидим. Вражеский челик я подсадил. Просто так же сидим, Я ему молик дал на шар, чтобы он побегал немного. Ну как? Ну я хотел, чтобы он просто побегал немного, я не хотел раунд выигрывать этот. Бред. Но они каждый раз делают одно и то же. Да, сейчас один монстр пойдет. Сбрили? Там один челик остался, давай. Давай, просто патруль его, Поиграйся с ним просто. Можешь раунд ему отдать спокойно. Не надо выигрывать этот раунд. Ладно, я ему сказал, что кидаю все, что есть. Я пойду просто в девятку сяду. А, ой! Я слышал его. Можешь просто в девятке сесть и настреливать просто по приколу. Он ставит. Ну, видишь, они научились, прогресс есть, эволюция есть, присутствует, да? Давай, короче, смотри, я сейчас убью того вот этого, да? А потом мы, давай, с этим дурочком танцуем. Давай, а потом патрулим, поговорим с другом. Один идет куда-то там. Шорт. Короче, смуха надо убить. Да, я вижу. Я его сейчас убью. Если он ушел. Забрал его, все. Все, отлично. Он бомбу ставит. Да я не успел запрыгнуть, на него запрыгнуть. Бей его гранаты. Блять, далековато. Ладно, короче, Олег, делаем так. Хороший смог кинул, Олег, молодец. Он же придет, он же забайтится.
Ну вообще как будто должен. Ну Олег, ты понимаешь, что я мог его зарезать? Ну я понимаю. Но я не встал этого делать. Ну я почти успел запрыгнуть на него, вот еще секундочку бы, я бы запрыгнул на него снова бы. Так, ну нам этот раунд выигрывать нельзя, мы его отдаем им точно 100%, да, просто как бы. А просто тоже нельзя было выиграть, я просто не знал. Не, нормально. Так мы не выиграли его, они же выиграли его. Я просто думал его резать, не резать, короче, подумал, что не резать. Нахуй, оно надо. Там два чела просто встали вдвоем. Сука! Не стреляй, что убьешь их, они там стоят. Ну ты убил опять того самого, блин, а. Ну я просто тебе говорю, на рандом стрелял. Блять, такое себе, еще вот теперь меня говном называют. Понятно, нахуй, спасибо, Олег. Ты ходишь ему помогать снимать силлеров, а он тебя потом говном называет. Пойду умру, нахуй. Где этот чел? Сука, моя жизнь говно, мой напарник меня не любит, блядь, называет дерьмом, нахуй. Где он, на шарту? Ну, шорт, да. Ну, вот он сидит, все. Все, Олег, я отдыхаю. Давай, Олег, твой выход звездный. Ну как же торчит головушка, Олег? Ну как же торчит головушка? А какой соблазн был? Какой был соблазн в видео? Но нельзя, ребят, нельзя. Кодекс нарушать нельзя. Ну что ж, друзья, вот такой вот ролик у нас сегодня получился. Я надеюсь, вам он понравился, и вы поставили лайк и подписались на канал. Все полезные ссылочки находятся в описании, обязательно не проходите мимо. Ну а на этом сегодня все. Всем до скорой встречи, всем пока-пока.